спокойно занимают первую и вторую строчку традиционно, поэтому сегодня встреча больше для того, чтобы опыта набрались меньше. Последние ритуалы перед матчем. И давайте, наверное, переходим. Анастасия Беленькая, 19-я Дарья Протасюк, 21-я Ксения Яценович, капитан команды. И стартовый свисток дан. Все внимание на поле. Главный тренер АБФ до 19 лет Владимир Шиндиков. Иванчик отдает передачу. Партнер Шершавец врывается в штрафную. Нужно бить. Удар и... 1-0. Да, есть гол. Мяч все-таки влетает в ворота. Забивает Зорко. Вот так вот. Только-только вышла Диана Тропникова и сразу же гол. Хотя не поучаствовала в этой атаке. Возможно, просто появление лидера на поле повлияло. Уходит от соперницы. Передача в центр. И пока что непонятно, кому достанется мяч. Рай бьет 2-0. 41-я минута и уже второй гол. Лова подхватывает мяч, улетает вперед. Впереди есть и справа, и слева партнера. Передача на Шершавец. Классный прием мяча. Надо бить. И выручает команду Ковалевич. Разгон, подача в центр, удар головой и не забивает с первой попытки, но забивается второй. Зорко, 3-0. Виктория Береснева попыталась побороться здесь за верховой мяч, но уступила эту борьбу. Анастасия Попова на добивании отправляет мяч в сетку. Удар поворотом. Дарья Дроздова была сейчас с мячом, но и... На ворот совсем недалеко. Разгон, удар! И рядом со штангой. И опасная может быть атака. АБФ разгоняет вперед. Бежит вперед Протасюк. Надо пробовать бить. Есть удар в ближний угол. Но выручает команду Татьяна Чистик. И неточная передача. Ошибается Зорко. АБФ может наказывать за эту ошибку. Выход 1-1. И гол! 3-1 счет становится. Забивает все-таки АБФ. И 19 номер Дарья Протасюк. Был момент недавно у Дарьи. Не смогла его реализовать. Но на этот раз все-таки решает Радуда. Радуда вперед. И здорово мяч пропускает. Протасюк в касание. Очень близка была к тому, чтобы забить. А это уже... Thank you.